Количество чрезвычайных ситуаций в Приангарье снизилось в 3 раза. Итоговое совещание по предупреждению и ликвидации ЧС провел губернатор Игорь Кобзев. Глава региона отметил, что сейчас прежде всего важно обеспечить безопасность в период новогодних праздников. Обращаю внимание на профилактику пожаров в жилых домах, безопасность на зимних водоемах, обстановку на дорогах. Не менее важный вопрос – это подготовка к новогодним праздникам. Ожидается и понижение среднесуточных температур. По поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Анатольевича Серышева следует принять дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности и выполнению противопожарных требований в местах массового пребывания людей. Глава региона отметил, что по сравнению с 2021 годом количество погибших при ЧС уменьшилось в 7 раз, пострадавших почти в 4.